Что 25 октября у нас отмечается Всемирный день без бумаги. И в рамках этого дня мы также открыли сбор на территории ДК «Космос» в городе Пересвет и на территории исполкома «Единой России». По окончанию сбора мы также отдадим макулатуру, которую нам удастся собрать, на утилизацию и на переработку. Ну, нам кажется, что эти акции сейчас имеют огромное значение, потому что в наше время очень остро стоит проблема экологии, и это лишний повод напомнить людям об этой проблеме и также дать повод задуматься об осознанном потреблении.